Пройдя через старый город, мы зашли в сад гроба Господня. Так называется место, где, предположительно, находится по протестантским понятиям та Голгофа, которая, где был распят Иешуа. И вы как раз увидите, сзади меня идет лекция по поводу этого, там, как это нашли, где оно было. Многие видели, уже мы делали этот репортаж. Приятное место, действительно здесь работают, созидают место для более протестантского движения верующих для них, чтобы это было место для молитвы, встречи, рассказов. Это приятное место такое, на самом деле похоже на цветущий сад, особенно это весной в Иерусалиме, это довольно приятное время. И многие группы здесь приходят из Китая, из Венесуэлы, разные языки можно увидеть, услышать, вернее, людей разных увидеть. Так что мы здесь проходим по таким вот местам, где выделено для многих групп для молитвы, и многие могут увидеть это сзади меня, вот эти места, где проходят собрания. И сейчас немного людно здесь, и даже приятно, тень, на улице 27 градусов тепла, и для нас это большая такая привилегия, просто прийти сюда отдохнуть и дальше пойти по старому городу. Удивительно, что мы сейчас, когда шли через старый город, одна женщина из России, Сибири, спросила, как-то идти к Львиным воротам, потому что она заблудилась. И по время, когда мы проходили через старый город, Татьяна стала ей благовествовать, говорить слово. И она была впечатлена тем, что так открытость. И она говорила о том, что ее Бог коснулся. И знаете, это было приятно, что в это время можно благовествовать людям даже здесь, в Иерусалиме, которые ищут паломники, ищут Божьей милости. А сзади меня вот эта та стена, которая и вот этот проход, это и есть гроб, предположительный гроб, где был положен Иешуа, Иисус, и оттуда Он воскрес, и мы там еще побываем и посмотрим на то место, где предположительно был наш Господь. Мы спустились вниз, вы видите, люди выходят из этой гробницы, и мы туда заглянули, честно, его там нет. Я знаю, что он воскрес и придет обратно в Иерусалим по милости, благости к народу своему, которого запьет Баруха Бабаша Маданай. И здесь, в этом прекрасном месте, друзья, его нет. И мы знаем, что наш Иешуа жив, воскресший, сильный, благословенный, грядущий во славе. И мы очень благодарны, что у нас есть в этом убеждение, твердая вера, надежда, которая не постыжает.